Здравствуйте, друзья! Мы с вами в очередной раз присутствуем при священнодействии. Светочка, объясни, что перед нами? Мы решили сделать такой мастер-класс сегодня. Так. Вот посмотри, видишь, вот сюда переведи камеру. Так. У нас есть две кастрюли и Instant Pot. Вот одна кастрюля. Да. И вот еще такие одна, еще больше. Скороварки такие, как бы, да, мультиварки. Да, и вот еще одна, и еще больше. Так. Мы решили собрать гостей. А вот та побольше. Так. При них сделать еду всякую. Куриные лапки, я там заметил. Куриные лапки будем делать. Вот холодец. Это будет холодец. Причем мы всех гостей, поскольку это мастер-класс, да, у нас все гости будут чистить эти лапки. Все будут в пределе. То есть будут как бы подмастерьями. Да. Ну хорошо, так а в чем мясо-то, расскажите? Чье мясо? Говядина. Говядина. И что говядина? В чем-то она? Наталья, скажи, солнышко, в чем говядина? Мы ее просто немножко замариновали, горчицей в соли, да, я так понимаю? Это кусок мякоти, который находится возле ребер, так, сверху, типа наши, как отбивные. Бэк-риб. Так. Бэк-риб. Да. И? Не, ну, в общем-то, вывалили его? Ну да, вывалили мы его по земле, потом ногами потоптали, чтобы помягче было. То есть у вас такой... У нас тут на пляже песок такой есть. Индийский рецепт, так. Да. Нет, ну, а по-честному, так, мы его вывалили в специях специальных, так, немножко посолили, ну, может быть, и не надо было делать, и горчицей смазали, да, на ночь. Главное, друзья, да, соль. Ну, мы так пробуем. Ты знаешь, что, да, это мы как бы учимся. Это новый рецепт. Мы не только других учим, но и сами это учимся заново. Экспромт, как бы. Да. Вот так бы, если бы не на камеру, мы бы ничего не делали. А так вот для камеры кусок мяса не пожалели. Нет, сейчас мы еще холодец сделаем. Сейчас общем, холодец мы делаем целый обед в присутствии гостей. Наташенька, да, ты тут, говорят, ездила в Украину, да, и там кому не приедешь знакомым, они наливают. Наливают. Не могла дождаться, пока уже домой приеду. Обрусили намек они... был, что а? Наливай, пока мы ждем. Они обрусили там, что ли? Что они пьют-то все и пьют? Ну как обрусили? Это положено так. Как у меня одна подруга из так Питера говорит, и в поганой хате по три рюмки наливают. Так вот это куда не приешь, и три рюмки. Так они что там в Питере украинскую мову разговаривают? Ну вот у них подружка есть там так одна такая, что украинской мове всегда наливает им. Да, и получается, что куда не пойдешь, гости, всегда бутылка. Я потом уже пришла куда-то, так, говорю, вы знаете, я уже не хочу пить, я уже не могу, честное да, слово, так, я вас люблю, давайте чаю попьем. Теперь к этому мясу у нас будет что-то? Ну, оно же на столе кое-что так стоит. Французское вино. Да. Света, скажи, что в этой скороварке? Ну, вот теперь уже это тайна за семью печатями, да? Так. Весь этот дорогой шмат мяса мы туда, значит, боже, положили. Ну, мы а положили куриные лапки? Куриные лапки, нам, у нас нету скороварки, чтобы это сделать. А, со вот второй скороваркой проблема. Со там проблема, да. Да, ну-ну. Вот, поэтому положили очень много овощей. Так, к мясу. К мясу очень так много овощей. И вот уже пошло 59 минут, за час оно готовится там потихонечку. Еще, 50, оно убывает время. Оно убывает, да. Угу. Вот, и уже, я думаю... Будем что... посмотреть через час. Да, да, но еще мы поставим на слоу-кук, чтобы оно немножко еще так дошло. Вот. Пока мясо у нас в скороварке, значит, мы разминаемся... Колбасками. На чем ты их? На барбекюшке. Ты пока. Да как к чему это, с чем? Просто ни с чем. К венцу. К венцу. Значит так, к такому вот. Можно венцо какое-то? Или? Конечно, красное венцо тоже надо. А какое красное это? Да любое. Так. На гриле сделано, ну, фулл бари, да. И Зинфандел пойдет, и Каберне, и Мерло. Угу. Потому что этот грил потом дает эту смокинность. Угу. Видишь, какой запах. Да, горчичка да есть у нас русская. К нему тоже. Ну, без горчички никак. Ну, да. Хлебушек есть? Есть и хлебушек, ой, французский. Не, итальянский. Итальянский, то вино французское. Вот мы в эту сторону. Друзья, мы видим Наталью. Она только что вернулась из Украины, из Украины. И она привезла с собой из знаменитый украинский наркотик. Наркотик. Вот а. Так, не, так вот, тогда держи, а я покажу с разных сторон. Це ж сало. Це сало. Можеш сказати, оце дуже гарне сало. Це дуже вкусне сало. Смачно. Смачне сало. Окей. Таке. І от це у нас контрабанда. Понял. Його нельзя провозити. А чому?
А забирали у меня всегда. А потому что пограничники очень любят сало. Да, американские. Да. Кстати, в этом году я узнала, одна девочка везла за границу кусок мяса. Можешь представить? Слава богу, нам откуда в Америку везла, не надо. Из Украины везла кусок свинины. Куда? Я говорю, Айсланд, Исландия. В Исландию. В Исландию. Представляешь? Говорит, что мяса нет вообще. Думаю, слава богу, мы живем в Америке, у нас тут мяса. У нас только сала не хватает. А сало, смотри, какое сало, вот, нет. Корочку это, покажи. Корочка. Почему она называется соломка? Потому что, когда зарезают кабанчика, uh-huh. срезают это сало, и на корочке волосики. И чтобы их обработать, они кладут это сало на соломку. Соломка сжигает вот эти все, и корочка становится мягенькая, ты можешь ее кушать. Вот, ну-ка, видишь? Ой-ой-ой-ой. Ну-ка, съела. Так, друзья, я тоже съем. Попробуй. Съем. Чё-ни, вот так. Попробуй. Давай. Иногда ты купишь, и сало получается... Корочка жесткая, а тут мягенькая, да? Ну, тает во рту. Знаешь что, я никогда не нарезал сапоги, например, на полосочке. То я знаю, люди едят, когда голодают, но... Ты что думаешь, сапоги это, мягче? Давай, я порежу. Это жесткая, жесткая соломка. Потому что но съедобная. Она копчененькая и вкусненькая. Да. Это я могу констатировать. Друзья, вы видите, как нарезается сало? И вот мне тут дозу наркотического сала выделили, маленькую такую дозку выделили. Сейчас я ее съем. Так. Да, понятно. Друзья, посмотрим. Сало. Как умело. Хорошо. Света нарезает сало. Хорошо. Сало, Света режет сало так, как будто всю жизнь. Только этим и занималась. Только этим и занималась, да. Да. Значит, что сказать? Только сало тоненько режь. Сальное. Соленое сало. Соленое. К нему надо было бы, конечно, хлебушка. Ну, ничего страшного, мы это. Ну, то тебе краешек достал. Все, друзья, хочется так даже сказать по-французски. Бон аппетит. Я знаю, что вы с нами мысленно. Вот. И у кого есть сало, быстро идите в холодильник и съешьте кусочек. Ну что, друзья, Наташенька, да. Скажи. Прошел да, час. Это хорошее слово, час. Но... Это вот у нас кусочек того мяска, которого да. мы показывали. Это половина его, да? Это целый, целый, целый. Он что, так упарился? Да, упарился. Ну, вот пока знаешь, вы там... Что, ты можешь взять вот эту вилку и разрезать его заодно. Ну, да. Хорошо, так что? Ну, сейчас мы покажем. Вы его посыпали красоту. Чесночком, это да? сверху. А вот это все овощи, которые мы порезали, так, томились так. они а вместе. А может быть, сюда, знаешь, неплохо, грибочков? Не было грибочков. Понял. Хотя у нас сухие были, наверное, не надо. Но у нас, я тебе честно скажу, ничего бы больше не поместилось, потому так. что у нас еще сухие грибочки не треба. Все равно там на столе да. неудобно. Так, ну давай. А теперь вот, смотри. Не, подожди секунду, надо нарезать против волокон. Ну я так хочу вот пополам, так? потому что все равно давай. Этого ж не будешь да. резать. Так. Друзья, даже порезать кусок мяса, друзья, надо соображать. Правда? Да. А ну смотрим, что там у нас внутри. А ты, Наташа, помнишь покажи пословицу покажи, советскую? Вау, look at this. Да, 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 да. Помнишь советскую как пословицу? Как раз это medium rare. Да, exactly. Была бы курочка. Готовит и дурочка. Не слышал? А, да, была бы курочка. Не-не-не, тут нельзя. Так нельзя, здесь надо соображать. Тут вот надо соображать. Здесь надо соображать. Наверное, с этой стороны начнем резать. Medium rare, друзья, medium rare. Как по-русски это мы скажем? Ну, я не знаю, да, на средней готовности. За один час. Так, 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 так. Вот, вот кусочек, ой, друзья, вы мысленно с нами. Вы мысленно с нами, а я с вами. Всем а сердцем. Мы вышли на с вами, да. Всем сердцем. Наталья, да. когда твой сын приедет, рассказывай. Мы ждем его уже целый год. Мы ждем его. Я надеюсь, к Рождеству он закончит свой проект. Так. Он снимает новый фильм. Сколько лет ты сына воссоединяла с тобой? Я сына ждала 17 лет воссоединения семьи. С женой и двумя детками. За это время он успел жениться, родить двоих деток. Так. 14 лет и внучки, и 6 лет внуку. Ну, жонка-то да. хочет ехать? Все хотят, все хотят. Но дети еще не знают, что это насовсем. Они думают в гости. Сколько это самое. Я извиняюсь, лет-то им сколько? А я только что сказала. 14 лет. Нет, родителям. А родителям? Да. А родителям сыну 39, а невестке 38. Ну, то есть еще молодые ребята. Да, могут. Еще все могут все успеть. Так ты что, у себя их прям поселишь? Конечно, куда их девать, дети свои. Но мест найдется? Найдется. Подожди, у тебя еще двое?
Ну, двое сыновей еще есть. Тут да. живут с тобой. Тут живут со мной. И две собачки. Ну, собачка может и на улице, допустим. Нет, такие собачки, не все собачки могут на улице. Хорошо, я согласен, я перебрал. Значит, но вы уместитесь? Поместимся. В тесноте, да не в обиде, это наша семья. А вот те сыновья, которые тут живут, и никогда не видели вот тех? Что не видели? Не видели их? Видели? Видели, конечно. Но они как бы в эксайтменте, или они думают, ой, на нашу голову сейчас кто-то понаедет? А у них по своей комнате им пофиг. То есть вы их не будете трогать, их помещение? Не-не-не, мы стараемся не ущемлять. Понимаю. Сексы, да. А то скажут, понаехали тут? Ну, понаехали, но пусть они сами размещаются, так. где захотят уже, понимаешь? Да. Поэтому... Ну что, мяско-то. Да, вот. Ой, ты знаешь, все бы хорошо, кроме того, что уже что-то есть не хочется. Да? После сала, после этого наркотика. Я сало-то не ел. Ты не ел? Я только один кусочек для наших зрителей, для дегустации. Ну да. Ладно, режем, друзья, режем. А там будет видно. И сестрицы под окном. Две бокали, три с вином. Так. У тебя уже в глазах дамы. Сужается, что ли? Дамы, что вы делаете с куриными лапками? Значит, послушай. Это холестерол. Да. Так. Это желатин, не холестерол. Да. Значит, смотри. Да, холодные лапки застывают. Чего? Значит, ты понимаешь как? Тут же весь фокус вот в чем. У нас же сегодня мастер-класс, не просто так. Да, понимаю. У нас сегодня мастер-класс. Не просто посиделки. Поэтому мы делали буквально за час. Мы делали куриные лапки, сварились у нас. Вот они развалились. И в них будет куриный холодец. А класс где? Но класс состоит в том, что если делать их обычным способом, то нужно их варить 4 часа. Да ты что? Ну, а мы их сварили, вот видишь. Зачем? Чтоб я так жил. Да, зачем? А ты так и живешь. Будешь жить. Ну и что вы теперь вдвоем в 4 руки? Обсасываем каждую косточку. Так вкусно. Ставим холодец. Да. И будем делать... Друзья, я в каком я малиннике? Ой, повезло ж тебе. В клубничнике. Вот, можно сказать, прям как в школе у нас. Да. А что, в школе десяток был? Самый популярный человек нас снимает. Так, у нас в школе, вы что? У нас еще там многонационально. Там и из Африки есть. Ух ты! Этапы это... большого пути, друзья. Светлана рубает мяско. Нет, это уже не лапки, это уже ножки. Это ножки, а лапки уже порублены. Лапки порублены. Очищены. Зашкаливающий холестерол, друзья. Чесночок. Это моя работа! Моя работа! Особенно удалить хозяйки шпроты. Чесночку. Это уже классический холодец, почти готов. А чем вы его забулькали сверху? Мы его забулькали сверху бульончиком. Бульончиком. Ну так и что, было мясо? Которым варились ноги. Я понял, ноги варились в кастрюле. И ноги, и лапы, все там варилось у нас. Так. Сейчас ты хочешь долить еще? Да. Как-то аккуратно. Еще добавился бульончик, да, там они сцеживали. Туда, это кидай туда. Давай, еще дополнительно бульончик. Ту-ду-ду. Так, где будет застывать, где? В холодильных формах будет застывать. И все. Вот как в холодильнике? Ну, здесь постоянно. А ты знаешь, здесь, между прочим, тоже прохладно. Не-не-не, ну потом оно остынет, когда чуть будет комнатная температура, ну, поставить в холодильник. Ой, какая красота. Я не понимаю, но есть-то это, когда же вот теперь? Сейчас. То есть это не то, что... сейчас это, как это называется, есть такое блюдо. Баранья, которая из баранок вот так вот едят все это. Хаш? Хаш. Ну нет, это не хаш. Баранье. Хотя нет, хаш горячим едят. Да. А это нужно... Шурпа баранье блюдо. Нет, шурпа это не то. Шурпа. Нет, ребята, у вас есть барана, что, о чем вы обсуждаете? Это покрасивенько. Замечательно. Шурпа это очень классный. Только подожди, суп. На маленькие кусочки, иначе они будут потом вытаскивать. Не мешай, пожалуйста. Так, давай остальных. Так, они руками, друзья, травку жмакают. Ручная работа, да. Пошла. Да. Ювелирная ручная работа. Вот специалист по винам. С чем у нас пойдет холодец вообще? Что с хорошо водкой? Для холодца? С водкой. Дмитрий. С водкой. Водочка, друзья, водочка. Ну, у нас бутылка еще есть. Водочка. Не то, что там какой-нибудь шардоне, правда? Никто никуда не уходит. А чем ты говоришь? Нет, я утрирую. В американском понятии нет такого слова холодец или замороженное там с гарком, шмарком и так далее, какое-то мясо. О чем ты говоришь? Ну, какой можно с этим пойти?